телефончики, запиваем кофейком. Служил в милиции, у меня торчал живот. Стал полицейским, стройный, как Богдан Жанло. И перестал ругаться матом, это лимит чуда. IQ взлетело до небес, стал мастером дзюдо. И вот такие трансформации по всей милиции. Название сменили, не изменились лица. Забудьте вашего супермена гейского. Встречайте русского полицейского. Переименуем Ладу в Кадиллак. Дороги называть хайвей станем. В итоге ямы рассосутся сами. До реформ станет царю батак. Скоро переименуем Ладу в Кадиллак. Дороги называть хайвей станем. В итоге ямы Минаев Лайф и гость, которого вы хотели, требовали и верещали на всех стенках от контакта до твиттера, начиная с конца июня. Сергей Мавродев в студии. Лето 94 года. Я работаю в Москве переводчиком в компании, скажем так, людей, которые занимаются криминальным бизнесом. Но у них была часть, которая импортом занималась, и я там для них, значит, переводческие работы осуществлял. И вот в июне, значит, они всем гуртом снимаются и уезжают отдыхать на юг. А на Войковской, где располагался офис, был пункт приема МММ. И, значит, у них какие-то там девчонки знакомые появились, или там начальник филиала был, они говорят, надо вложить туда деньги, там прибыль сумасшедшая. Значит, вложили 1150 или 200 долларов. Я сейчас говорю то, чему был свидетель. И в июле, по-моему, начался, да, началось все в июле, вот эти все прокуратуры, все эти наезды, в июле, по-моему. Нет, прокуратуры и наезды начались давно, но вот уже в июле вот они спровоцировали, да. В конце июля в самом. В конце июля, совершенно правильно, в конце июля, значит, нам звонят девчонки и говорят, что-то у нас не очень хорошо, мы снимаем там со всеми процентами это деньги, и, значит, я несу по Войковской еще с одним охранником 300 тысяч долларов, вот, и они мне, значит, отдали за это двадцаточку в качестве премии. Вот, я потом часть из этой двадцатки, 1005, вложил по второму кругу в МММ, но уже попал. Вот я рассказываю свою историю. Мне интересно вот что. Я хочу сегодняшний эфир... Так вы заработали двадцатку? Я, да, я ничего не вкладывал, мне они как бы за эту операцию дали. Так, в общем, да, будем считать, заработал. Мне интересно много вещей из прошлого и много вещей из того, что происходит с МММ сейчас. Вот, в частности, первый вопрос. Я был в пунктах, а приятель мой, который в Томске жил, он делил офис МММ со своей страховой компанией. Я видел, что там происходило. То есть деньги просто вот мешками люди приносили, мешками их отгружали и так далее. Я помню день X, когда начались обыски и все прочее. Во всех пунктах, я про Варшавку, где-то центральный же на Варшавке был. Да, да. Во всех пунктах было большое количество наличных денег, которые в определенные часы были изъяты сотрудниками МВД или уж чьими сотрудниками, я не знаю, ну, органов безопасности. Кое-то деньги делись, они же вещдоки были, да? Понимаете, там такая история. Во-первых, вот про 17 КАМАЗов, которые вывезли из центрального офиса, все знают уже. То есть это вы говорили? Я все-таки хочу уточнить. Это вы говорили про 17 КАМАЗов? Нет, про 17 КАМАЗов звучало на суде, в частности. Да. Чтобы вообще расставить точки над «э», то там многие... Ну, время от времени возникает вопрос, там, что это за информация и прочее. Да.
Это звучало на суде, люди. То есть там стояла толпа, это все было в присутствии тысяч людей. Подъехали эти КАМАЗы, спецназовцы, и все вывезли. На суде люди это все подтвердили присягой. То есть этот вопрос закрыт. О том, что было это или не было, он не существует, этого вопроса. А сколько там денег было в этих 17 КАМАЗах? Ну, мы не успевали считать деньги, поэтому там... То есть они считали с комнатами деньги, то есть там не считали, просто невозможно было считать. Поэтому там процветало все это вот. Эти комнаты были неохраняемые, заходи, бери сколько хочешь. То есть заходи, бери, что хочешь? Да, по сути, но уже если незаметно по тебе. Ну, потому что охрана, она бы обошлась дороже. Это просто как бой стеклотары было. Это, в общем-то, так это звучит, это все. Вот. То есть, грубо говоря, деньги списывали на усушку и утруску. Ну, по сути, у да. нас вот есть 20 комнат, ну, там процентов 5 потеряли, да, из-за того, что по карманам разошлось. Нет, это даже не было в процентах. Это просто там же вот есть плюс или минус. То есть, вот день положительный, то есть баланс положительный, значит, все идет правильно. А это просто обычные, так сказать, утруски и усушки, которые не следует обращать внимания. Потому что борьба с ними еще дороже обойдется. Ну, вот 17 КАМАЗов. Их увезли. Да, их увезли, причем на суде люди подняли этот вопрос, куда они делись вообще. Их не фигурирует в уголовном деле вообще. То есть их якобы вообще не было этого момента. То есть они не фигурируют. На что прокурора заявила, а с чего вы взяли, что это были спецназовцы? Ну и что, что они были в форме? Вы у них документы проверяли? Но вот это всерьез было заявлено на суде. На что судья сказал, все нормально. И никаких запросов сделано не было. То есть... Так вот это все с 17 КАМАЗами, ну как они имеют обыкновение в нашей стране? Они рассосались по карманам. Исчезать, так сказать, бесследно, а потом выпадать в виде, там они, наверное, поднимаются, я говорю, в виде облаков, а потом выпадают в виде осадков где-нибудь там на каких-нибудь Карибских островах. Ну вот. Плюс еще писали потом, я читал лично воспоминания всяких сотрудников бывших, которые тогда работали, как в центральном, как это было в центральном офисе. А там же еще была куча денег во всех остальных офисах. Да, 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 да. Там просто, говорит, эти генералы милицейские засовывали в карманы эти пачки, там, в какие-то сумки, баулы, и все это, так сказать, вот таким образом и исчезло. Сергей Петрович, а как закрывали МММ? Вот в моем представлении, когда закрывают крупный бизнес, людей вызывают, ну, либо в прокуратуру к главному, либо вызывают в Кремль. И говорят, вы знаете, есть мнение, что ваш бизнес надо продать, или там им надо поделиться. Неужели вас никто тогда не вызывал из администрации или там, ну как это происходило? Нет, меня вызывали постоянно, но я не контактировал с властями, я отказывался от всех встреч принципиально. То есть я не контактировал с властями ни в какой форме. Поэтому у них была ситуация, в сущности, возникла ситуация на каком-то этапе, что есть человек, который... У которого горы наличных. Да, ну так скажем, который начинает все большим и большим влиянием пользоваться, и который... не идет ни на какие контакты с властью. То есть он абсолютно неуправляем и непредсказуем. То есть, конечно, эта ситуация не могла их устраивать, и на определенном этапе уже наступил вот этот вот конфликт. Этот выразился вот в такой форме. Но это была, в общем-то, они играли с огнем. То есть, в общем-то, ну, а могло по-другому. Это был 94-й год. Тогда начала зарождаться спайка бизнеса, власти, криминала власти и так далее. Неужели вас никто не крышевал, если банально выражаться? Нет, меня генералы. Никто не крышевал. Если бы это было так, если бы меня кто-то крышевал, то это бы неизбежно всплыло на суде, ну, на расследовании. Ну, то есть, не факт. Нет, ну вот, по крайней мере, криминальные структуры бы точно всплыли. Криминальные структуры всплывают областные. Всегда. Они всплывают всегда. Про властные приходится вам верить на слово. Мне, конечно, это можно вообще допустить, что кто-то крышевал. Но там, понимаете, масштабы происходящего были уже таковы, что непонятно даже, кто ему крышевать. То есть там уже на уровне была война, уже на уровне же президента. С кем там, кто там мог меня крышевать? Таких просто фигур уже не существовало. А вы в какой-то момент представляли, сколько денег в облаке МММ? Ну, в какой-то... Были же какие-то... Как только у тебя начинают появляться лишние деньги, это признаки застоя, болота, первые, так сказать, хлопья пены на еще незамутненной поверхности. Поэтому вопрос, куда девались деньги, не актуален. То есть они... Все очень быстро развивалось. Если вы помните, там были пункты на каждом углу, и они все время как грибы плодились вообще. Поэтому... А сколько МММ тогда просуществовало? Полгода. Это все было достигнуто за полгода. 1 февраля акции поступили в продажу, а 3, если мне не изменяет память, августа, меня приняли. То есть вот у всех там в голове, у многих, что это существовало какие-то года. Да, нет, да, да. Нет, да. Я сейчас тоже пытаюсь понять, нет, когда это полгода, было. Всего за полгода вот эти все 15 миллионов вкладчиков, треть бюджета и прочее, прочее. А за куда? Полгода. Тогда еще один вопрос. Насколько я помню, аффилированные с МММ структуры покупали... акции предприятий, в частности, фигурировали какие-то химические заводы. Самое главное, фигурировал Логоваз или АвтоВАЗ, как он тогда назывался. Нет,
опять-таки, путаница. Понимаете, когда начиналась приватизация, там был все-таки первый этап, который сейчас уже все подзабыли. Сначала создал чековый инвестиционный фонд, так. МММ Инвест. Так. Он, кстати, стал крупнейшим в России, про него тоже все помалкивают, там 10 миллионов участников. Это помимо МММ. Это вот в МММ было 15 миллионов. Как? Это был чековый инвестиционный фонд, он занимался тем же, чем и должен заниматься любой фонд. То бишь он вообще аккумулировал приватизационные чеки, эти ваучеры, и вкладывал их, там, покупал на них разные предприятия. Так. Как и должно было происходить. На втором этапе, когда я понял, что... То есть, поначалу я двигался этим путем. Но когда я понял, что с этим чековым фондом, конечно, не сваришь, поскольку он там все зарегулировано, ага. И власти уже очень быстро сориентировались и перестали выставлять на чековые аукционы сколько-нибудь интересные предприятия. Ну, там, понятно. Нефтянку там всю. Ее все приберегали для денежной приватизации. Поэтому, когда я понял, что все вот так вот, что, собственно, готовится грабеж страны в такой форме, через чековую, через денежную приватизацию, я создал МММ для аккумулирования денег. А куда делась собственность, которая висела на чековом фонде? Чековый фонд благополучно, после того, как меня посадили, эти все, естественно, от меня отреклись, руководители фонда, сказали, что это вообще ни ко мне отношения не имеет, он переименовался. Как он там, в Росинвест, он до сих пор прекрасно существует, эти заявляют, что они сами по себе. То есть это было, когда вас приняли в первый раз, в 94-м году? Да, и он до сих пор существует, этот фонд, он дает рекламу, он сказал, что он ко мне никакого отношения не имеет, что это они сами там такие умные все создали, ну, обычная история. То есть он до сих пор существует, прекраснейшим образом. То есть, грубо говоря, все люди, которые были вокруг Мавроди, они все заработали? Ну, по сути, да. Мне говорили следователи, что Сергей Пантелеевич, ну, вот когда я сидел, вот неужели вам не обидно, что вот все люди, которые вокруг вас были, вот мы сейчас же ходим на обыски, они никто вообще, что вот они с тех пор, как у них что-то было на МММ, они ничего с тех пор не заработали. И вот вам даже никто не приносит в тюрьму передачу, даже у бандитов такого не принято. Но это я не обижаюсь на людей, я просто констатирую факт. А вы в тот момент, мне просто хочется понять, вот те полгода, ведь до этого, насколько я сейчас пошерстил архивы, до этого МММ занималась компьютерами, там, тем всем, прежде чем перейти, собственно, к финансовым историям. Да, то есть это была обычная фирма. Ну, вы были одним из первых таких больших предпринимателей, да, не олигархом еще, но богатым человеком. А вы в то время какой образ жизни вели? У вас там были какие-то там недвижимость за границей, самолеты с моделями на Кипр? Нет, 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 никаких у меня не было. Я вел такой же образ жизни, как сейчас. Жил в той же квартире и в разгар МММ то же самое. То есть абсолютно. Ну, я помню совершенно сумасшедшая рекламная акция, которую делала МММ. Бесплатный проезд в метро, который вам подарил МММ. Это один день, по-моему, была такая акция. Нет, несколько дней было. Да? Несколько дней было. Да. Потом поздравление. А дайте ролик поздравления, если он у нас есть. То есть вместо этого какой год был, когда Мавроди поздравлял страну? Блин, я запутался уже, честно говоря. По-моему, это был 93-й. Или я запутался. Честно. Дайте видео, пожалуйста. Это интересно, понимаете? То есть Мавроди вместо президента поздравлял страну? Нет проблем. Ну, в это время, да, по крайней мере, вот да, вместо президента, по сути. С Новым годом. То есть Мавроди, а после этого красные пиджаки? Вы знаете, да, вот вообще, но я одел просто красный пиджак, потому что мне нужно было какой-то пиджак, а у меня не было других. И я одел красный, и после этого вот вошли в моду эти малиновые пиджаки. Слушайте, дайте нам скайпы. Роман, ты в прямом эфире. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Пантелеевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Я очень внимательно с некоторых пор слежу за вашей деятельностью и также активным участником являюсь. Но вопросы некоторые без ответов все еще имеются. Ну вот первый будет такой. Пару лет назад в интервью украинскому журналисту вы сказали, что если жизнь, буквально, что если жизнь не заставит, если с голода подыхать не буду, то финансовой деятельностью больше никогда не займусь. Неужели начались проблемы с продовольствием? В смысле, что я создал МММ 2011, вы имеете в виду, да? Да. Ну, понимаете, проблемы с продовольствием у меня, конечно, не начались. Но есть такое понятие «гражданский долг». Вот у меня эти проблемы начались с совестью, так сказать, что... Я считаю, что если человек может помочь стране и людям, которые в ней живут, то он должен это делать, вне зависимости ни от чего. То есть это единственный мотив, который мною движет. Причем в моей ситуации, обычно это говорят многие такие вещи. Это звучит как какая-то поза там, и так далее. Но в моей ситуации совершенно очевидно, что других мотивов нет, поскольку всем ясно уже, что ничего
кроме неприятностей, мне вся эта затея не сулит. Что все ждут, когда меня арестуют, посадят и прочее, прочее, прочее. Никаких совершенно выгод личных я от МММ 2011 не имею. Так что никаких иных мотивов у меня нет. На самом деле меня удивляет, если честно, почему это удивляет всех. По-моему, это вполне естественный, в общем-то, мотив. Если бы вы могли помочь людям, вы что, не стали бы это делать? Дайте нам скайп еще один. Это, ну что? Кто? Гоген. Алло, алло. Гоген, ты в прямом эфире, да. Да, здравствуйте. Сережа, когда была такая история, не очень радостная, когда ваша жена забрала ребенка из роддома, простите. Не понял. Потом вернула туда. Так вот, папа, это я. Я очень хочу, чтобы ты меня официально признал своим наследником, взял к себе вот в эту организацию, мы можем многое, как сейчас ты ее называешь, и научил, как вот так вот раком поставить страну и стать властелителем мира. Скажи мне, папа, как? Научишь меня? На этот бред тоже надо отвечать? Я не знаю, просто была в прессе история, насколько я помню, о том, что вот жена Мавроди из детского, из роддома выкрала ребенка. Потом, правда, она его туда вернула, видимо, он вырос. Там не жена ребенка, не жена Мавроди, там подруга моей жены. Ну, вообще, я не хочу про жену, я не буду отвечать на личные вопросы. Если кто-то там еще имеет личные вопросы про жену, там, то сразу можете с этим завязывать. Давайте про МММ, про меня. Слушайте, мне тоже жена не очень интересна. Мне интересно вот что. Вот в тот момент, когда, значит, в августе месяце Мавроди стали закрывать, неужели нельзя было ни с кем договориться? То есть дать денег, дать часть бизнеса, чтобы остаться на свободе и продолжать, значит, строительство финансовой этой всей пирамиды? Во-первых, на том этапе уже нельзя было договориться. То есть ситуация зашла слишком далеко. Это так, если говорить объективно. Угу. То есть уже там на уровне президента все было, поэтому нельзя. Но вообще-то говоря, если бы даже можно было договориться, я бы не стал договариваться ни с кем. То есть это путь в бездну. Что значит договариваться? Это вот как Чичваркин сказал удачно, сосать надо, если называть вещи своими именами. То есть что значит договариваться? Договариваться, то есть вы сосать не стали? Ну, вместо этого вы пошли в Госдуму. Вот это мне тоже момент интересный. Вы пошли в Госдуму, где не были ни на одном заседании, по-моему. В Госдуму я пошел, уже из тюрьмы зарегистрировался. Я вообще всегда говорил, что меня интересует политика. Так оно и было. Но когда меня приняли, совершенно, кстати, за неуплату налогов меня приняли, не за мошенничество. Это был какой месяц? Какой? Август какой? Это был август 94-го года. Меня приняли за мошенничество, за неуплату налогов. С чего? С пирамиды, кстати, сказать, налоги. Если государство утверждало, что это пирамида, то оно меня арестовало фактически за то, что не поделился, что ли? Ну, у них вообще так. Там есть что-то в голове? Я не знаю формулировок. Ну, так вот я вам сообщаю. Так вот, когда меня приняли, ну, что, я же не собирался вечно сидеть, нужно было искать выход оттуда. Так. Как раз там подвернулась ситуация, были бы досрочные выборы в Госдуму. Поэтому я, будучи в тюрьме, зарегистрировался кандидатом в депутаты. Тогда все это было очень серьезно, это не как сейчас. И там они всерьез стали думать, как же так, у него конституционные права ущемляются, он же не может вообще агитационную деятельность вести из тюрьмы. Uh-huh. И это все было серьезно, это сейчас, конечно. И поэтому и меня выпустили волшебным образом из тюрьмы. Это тоже отдельная история, как там меня выпустили. Но вышел я, поэтому я зарегистрировался вынужденно. Да. Я никогда не скрывал, никогда вообще, когда шел на это самое, на выборы, что я иду исключительно за неприкосновенностью. То есть никогда не делал вид, что я там иду с каким-то другой целью. Я всегда говорил, что я иду только за неприкосновенностью, мне нафиг это все не надо. И вот начинается момент. Когда вы выходите? Выхожу, это 95-й, да, наверное? Нет, это 94-й еще. Ноябрь? Да, ноябрь. Ноябрь 94-го. А взятие под стражу, это какой год? 2003-й? А, 2003-й. 2003-й. Да. А вот все это время-то вы где были? Как, в соседней квартире, в соседнем доме. Нет, ну вы сейчас, ну правда, ответьте. Я правда отвечаю. Вы находились в федеральном розыске. Да. И вы сидели... не просто вообще в федеральном, я находился по линии Интерпола, меня все спецслужбы искали. Я находился в соседнем доме, в Комсомольском проспекте. Вполне естественно, а где же еще мне находиться? Там искать не будут. То есть вы ходили в магазин, там, да, вы из дома? Нет, ну так уж не было. Там у меня все-таки были охранники, которые в магазин ходили. То есть я старался, конечно, по улицам не ходить. Но находился в соседнем доме. А чем вы занимались все это время? Ну, там много подвигов было. Сейчас Stock Generation. Ну, Stock Generation, да, это и пирамида, которая была организована там в интернете, да? Находясь там, то есть я вот сумел это организовать, ну, сейчас скажут, я организовал, там еще статью какую-нибудь пришлю. Но мне это, так скажем. Законсультировали. Да, это авторство приписывают. То есть, находясь
в федеральном розыске, находясь в московской квартире. С 95 по 2003. Сколько лет? 8 лет. 8 лет. Мне вот просто очень интересно. Два вопроса, которые меня по-обывательски интересуют. Во-первых, почему Мавроди не прихватил одну из комнат или один из КАМАЗов с баблом и не дернул за границу? Это вопрос номер один. Потому что воровать нехорошо. Вас мама в детстве не учила? Учила. Я тоже не ворую. Нехорошо воровать. Ну, когда все же... Нет, ну, нормальная система для русского бизнеса. Когда начинается прихват, все отваливают. Много же кто... В 98 году много кто отвалили. Банк Империал, там, и то, и все, 5-10. Ну, деньги-то где? Это что, получается украсть, что ли? Ну как, деньги же, это были деньги вашего бизнеса, вы же могли это не взять. Это не мои бизнес деньги были, эти деньги были вкладчиков, я об этом все время говорил. Так, хорошо, тогда второй вопрос. У нас убийцы ищут столетиями, не находят. И про Мавроди в какой-то момент вроде забыли. Зачем в 2003-м приняли, как нашли, наверняка же знали, где находился Мавроди. Нет, конечно же не знали вообще. А это как вообще нашли? Чепуха, что знали. У меня была своя спецслужба, которая... На самом деле найти человека при правильном подходе чрезвычайно сложно, но это, правда, дорогое развлечение. У меня была своя спецслужба. С 95 по 2003? Ну, вот с момента, пока меня искали, да. Так. Которая, вот как вот найти человека? Ну вот у меня была своя спецслужба, наружка прежде всего, которая наблюдала окрестности вокруг, так скажем, ага. Постоянно, круглосуточно. Ну вот появляется наружка, как вот меня можно найти? Ну вот прошла информация, что якобы меня кто-то там чего-то видел. Они же точную информацию не могут получить. Они ставят наружку. Как же вас взяли тогда? И почему вас не сдали свои? Свои сдали? Свои, в конечном, как всегда и происходит. Сдали свои. Но эта информация такая неточная, поэтому я не могу быть уверенным. Но... То есть в какой-то момент Мавроди сидел дома, к нему вломились, браслеты да, не повезли. Да, так и было, да. И тогда следующий вопрос. 95-й... -2003, это 8 лет. Содержание слов собственной службы безопасности дело дорогое. А есть денег у Мавроди не было. Откуда же вы это все платили? Ну, на таком уровне были. Не было на уровне комнат там. На таком уровне были у меня деньги, конечно. То есть у вас что-то осталось после МММ? Но у меня же был бизнес вообще. Почему после МММ? У меня был, вы сами сказали вначале, что был компьютерный бизнес, да. Деньги. То есть я был вполне обеспеченным и богатым человеком, когда начинал МММ. Я не начал МММ. С нуля и просто вот, чтобы разбогатеть, там, срубить бабла, нет вообще. То есть я был вполне обеспеченным человеком, успешным бизнесменом. То есть это вот день проезда в метро, кстати, это было до МММ же ведь. Угу. Ну, в смысле, до акции. То есть это было еще, я проводил тогда, будучи вот... В компьютерном бизнесе. Да. То есть у меня достаточно было средств, по крайней мере, для того, чтобы вот содержать службу наружного наблюдения и прочее. Но я не воровал из системы какими-то там... У меня не было... Для этого у меня не было необходимости воровать, так скажем, чтобы было понятно. Закрывая тот период, откуда вообще идея появилась? Вот я возьму и пирамиду забахаю, западный аналог? Или просто Мавроди сидел и, значит, начертил на бумаге вот такую историю? Ну как, идеи все откуда-то берутся? Ну как это ответить? Ну что значит как вообще? Ну то есть значит, когда люди делают передачу, они берут либо новый формат придумывают, либо берут... существующий с Запада. Вы как? Нет, нет, нет. Запада, по крайней мере, никакого я не брал формата. Я вообще... И вот говорят, что там пирамиды были и на Западе, там, и что это не новое. Да это чушь, такие вещи говорить. Все равно, что говорить, что... Это слишком обширное понятие. Это все равно, что говорить, что и бизнес там понятие не новое. Вот если там создал какой-то успешный бизнес, говорит, а это не новый. Бизнес существует уже миллион лет. Ну, да, там существует, но ты свое создал что-то. Так же и здесь, то есть никаких аналогов я не знаю, например, честно говоря, да их не знаю, их просто нет, мне кажется. Но не в этом дело, то есть я создал механизм для аккумулирования средств, так скажем. Создал я его совершенно, ничего не копируя, то есть это совершенно вот, сам я его создал. Еще один вопрос, который такой, я даже не то, что прошу на него ответ, а он такой философский. Вот смотрите, если говорить о людях начала 90-х, да? О фамилиях, которые известны каждому обывателю. Вот там будет Ельцин, конечно, там будет Мавроди, там будет Влад Листьев. Вот смотрите, убийц Влада Листьева до сих пор не нашли. А вот Мавроди все это время искали. Я думаю, у кого вы что скрысили или кому вы наступили на ногу, что вас 8 лет пасли, что были наружки, там еще что-то. Вас давно бы забыли и плюнули. Ведь, насколько я знаю, все эти хапры, инвесты, властелины, там, русские дома, селинги, половина из них сбежали за рубеж и нормально все живут. И никто их не требует выдачи, ничего. А вас 8 лет пасли. Мне просто интересно это философски. Нет, ну, во-первых, не совсем все-таки так вообще. И с пирамид они все плохо кончили. То есть там сбежал только один, насколько я знаю, Константинов.
А вы с ними общались, когда у вас? Нет, я абсолютно ни с кем никогда не общался, ни с пирамидами, ни с олигархами, ни с банкирами, ни с властями. Никогда. То есть вы были сами по себе все? Да, абсолютно никогда и ни с кем я не общался. А я просто не видел в этом необходимости, зачем они мне нужны, эти все. Поэтому нет, не совсем все так, что все пирамидчики сбежали, там прекрасно там процветают и прочее. Почему меня искали? Ну, понимаете, меня все время это не забывали, на самом деле. То есть постоянно в СМИ всплывала эта информация. Вероятно, их там теребили постоянно. Мне трудно сказать на эту тему, ответ, то есть дать ответ на эту тему, я не знаю, но искали. Я, кстати, когда меня вот в налоговую, не в налоговую, господи, к приставам притаскивали в логово, там оказался как раз ихний там главный опер, входил в группу, которая меня искала. Он меня там чуть не расставал, говорит: Сергей Пантелеевич, как же мы вас искали? Как же у нас был этот самый штаб, который там... 8 лет там, каждый день? Ну вот он мне сказал, это он мне сказал, я уж не знаю, наверное, может, он, конечно, приукрасил. Да, конечно, там, приукрасил. Но, по крайней мере, он мне сказал так вообще, я передаю его слова, что вот мы каждый день там собирались, и были все флажками утыкано, и что вот здесь его видели, там его видели. Ну, я запросто я читал, что меня видели в Швейцарии, еще где-то меня видели. А на допросах следователи выпытывали счета в офшорах, заграничную недвижимость и так далее? Нет, не выпытывали, честно говоря. Но они, наверное, понимали, что вам бесполезно разговаривать вообще на какие-то темы. Сергей Николаевич, а вы не боялись все это время ни ментов, ни прокурорских, а вот простых людей? У кого-то там, значит, бабушка квартиру продала, а потом все рухнуло, она выбросилась из окна. У кого-то там дядя продал трактор, потом спился. Что кто-то отомстит, подойдет и даст по голове камнем или молотком. Вот. На самом деле, как ни странно, ко мне отношение на улице крайне доброжелательное. А узнают до сих пор? После ММА 2011 не до сих пор не просто узнают, а ну, все узнают практически, что там. То есть узнают. И отношения доброжелательные? Да, отношения доброжелательные. Единственный случай недоброжелательного отношения, это когда какая-то мадам из какого-то там суперлимузина высунулась и крикнула: вор. Не знаю, что там у нее украл, может, колесо от ее лимузина. А все остальные, в основном обычная реакция, часто просят автограф на деньгах оставить. Слушайте, ну русский народ феноменален. Он готов простить и прощать вообще кому угодно и что угодно. Дайте скайп послушаем. Василий, ты в прямом эфире. Добрый вечер, Сергей. Сергей Пантелеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. В будущем кто будет управлять структурой МММ 2011? Есть преемник? Вы меня уже хороните? Нет, преемников нет. Я про далекое будущее. Самому все приходится. Дайте еще один скайп. Максим, ты в прямом эфире. Да, здравствуйте. На самом деле, я просто мечтал пообщаться с Сергеем Мавроди. Минаев Лайф исполняет практически любые мечты. Да, только не грудь не увеличивает. А что так? Не умеем пока вот так 3D делать. Не по этой части. Вопрос у меня очень простой, Сергей. Но на самом деле, я считаю, что вы гений. И перед многими вашими качествами можно преклоняться обычному человеку. Но я выскажу свое мнение. Вы злой гений, потому что то количество людей, да, 10 миллионов, вовлеченных в эту аферу, это останется в истории. То есть вы злой гений, вы останетесь в истории злым гением. И мне очень интересно узнать у вас, как у злого гения, на чем вы отстраиваетесь. То есть что движет вами? Вот 3 миллиарда МММ, да? Там 70, я в интернете посмотрел, 70 миллионов долларов, это Stock Generation, до сих пор там многие люди ищут вашу сестру, она где-то скрывается. Что движет вами, когда вы создаете эти гениальные аферы, то есть о чем вы думаете? МММ был разрушен властями. То есть люди, пострадавшие, должны были бы в принципе предъявлять претензии властям, а не мне. То есть это тоже абсолютно известный уже факт. То есть на суде, в материалах моего уголовного дела есть отчеты губернаторов, президенту Ельцину, как идет операция по развалу МММ. То есть то, что МММ было разрушено властями, это факт установленный. Это вранье все, что пирамида рухнула там на каком-то этапе, чушь-то все. Это все бред и вранье, которыми... А Stock Generation кто разрушил? Мировое правительство? Что-что? Stock Generation. Stock Generation разрушила... СЕК, это самая комиссия по ценным бумагам США. То есть это вообще еще очередной бред, который, я не знаю, ни в сказке сказать, ни пером писать. Это была формально
азартная игра в одной из стран Карибского бассейна. Это была виртуальная фондовая биржа, оформленная как азартная игра. Она имела лицензию, и она действовала абсолютно законно. На каком-то этапе масштабы стали таковы, там были десятки миллионов участников по всему миру, что банковская система не справлялась там, там подвозили наличными боингами наличные на остров, они отказывались, это Western Union отказывался работать, они говорят, мы не можем подвозить такими темпами. А деньги. Кто занимался пиаром в Соединенных Штатах Америки? Многие там занимались, там как-то проплачивало все. На каком-то этапе начались задержки с выплатами, потому что не из-за того, что денег не хватало, а из-за того, что не успевала банковская система обслуживать. И из этих 10 миллионов, там десятков миллионов, нашлись там якобы формально каких-то 3 человека, жители США, которые написали все бумагу. А 17 жалобу. КАМАЗов, то есть 17 Боингов уже в этом случае тоже правительство США увезло себе в закрома? Получается, да. То есть они вообще вмешались совершенно необоснованно, потому что это, еще раз говорю, причем тут комиссия по ценным бумагам, если это азартная игра. То есть это, причем имеющие лицензию. Вот они влезли во все это и все это закрыли. То есть вот как это все происходило. Причем там была создана комиссия даже сенатская США, потому что они поначалу-то сгоряча обрадовались, что какая-то там самая крупная там пирамида в интернете, мы раскрыли. Но когда они стали копать и выяснили масштабы, что там не то, что они думали сначала, все эта информация потихонечку сразу же исчезла отовсюду. Но деньги-то изымали, у вас там были филиалы живые? Там были завалены этими самыми в офисе неприходными банковскими чеками на совершенно неописуемые суммы. То есть не успевали банки обрабатывать. А кто там делал? Вы сами туда не выезжали, так я понимаю? Нет, я за границей не был никогда. Вообще ни разу не были? Нет, никогда. Я паспорт иностранного даже никогда не был. А что там делать, господи? Ну, это другая история. То есть там всех приняли и деньги тоже забрали? Никого там не приняли, там был суд. То есть СЕК вообще обратился в суд. Деньги все исчезли, да, конфискованы были. Там были сотни банковских счетов по всему миру, все заморозилось сразу, СЕК все заморозил. Все деньги исчезли. СЕК обратилась в суд, в Бостон был бостонский суд. Причем судья они подобрали, который категорически противник пирамид. И дело кончилось на стадии предварительного слушания. То есть от СЕКа было там что-то 10 этих адвокатов, они очень серьезно подошли. На стадии предварительного слушания судья, рассмотрев материалы, заявил, все участвовали добровольно? Добровольно. Нет предмета рассмотрения в суде. Все. На этом все закончилось. Но никто ничего не вернул? Никто ничего не вернул. Там вообще очень интересно. Там еще хуже, чем у нас вообще. На самом деле, судиться с комиссией по ценным бумагам вы не решили? Не решились, а нужны там очень большие средства, и бесполезно это все. Там еще вообще проще, чем у нас. То есть там влезает СЕК это и арестовывает все счета. Причем абсолютно все. Угу. Вот еще ничего не доказано, ничего там еще, только вот они приступают к расследованию. Но это справедливо, чтобы никто не дернул, если что. Нет, но тебе арестовывают все счета, вплоть до того, что тебе не на что нанимать адвоката, ага. То есть ты не имеешь возможности защищаться. Тебе не на что арендовать, платить за аренду, за свет, хотя еще ничего не доказано. Фирма может быть оказаться невиновной. Не за что даже за адвоката платить. Мало того, что если ты платишь, то тебя спрашивают, откуда у вас деньги. У вас же все должно быть арестовано. Значит, у вас есть дополнительное. А вот для промоушена в Америке, вот насколько я знаю, в России все эти гениальные видео с Леней Голубковым придумали вы лично. Ну, идею. Ну, я идею при этом. Идею вы дали, да, делал человек, который был режиссером «Иглы». Я слышал, что Бекмамбетов участвовал в съемках роликов каких-то. Нет. Не участвовал. Келебаев участвовал. Махир Келебаев. А кто был в Америке Леней Голубковым? Ну, там нет, там были стандартные формы рекламы. Там были совершенно обычные в интернете. Обычные формы рекламы. У нас есть в скайпе актер, который играл Леню Голубкова. Владимир, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Здрасте. Вот, господа, я что хочу уточнить насчет 17 КАМАЗов, что это действительно было так. МММ утопили 26 августа 1994 года. Я снимался в передаче «Чек и закон», и журналистка тоже провела свое журналистское расследование и сказала, что вот из этих ворот вывезли 17 КАМАЗов. Но ни один из КАМАЗов не доехал до Центрального банка. Кто будет? Куда они делись? Ну, догадаться нетрудно. Скажите. Чиновники их поделили, наверняка перевели в швейцарские банки на доллары и
положили на свои счета. Скажите, а в вашей-то судьбе МММ какую роль сыграл? Я слышал, что вас преследовать стали после этого, вас нигде не снимали, вас кто-то избил где-то и так далее и тому подобное. Вы-то, Мавроди, благодарны за, вот, за карьеру или нет? Я хотел бы для себя это узнать. Я благодарен. Ну, преследовать меня никто не преследовал, и тем более бить не бил. Кстати, в рейтинге популярности по опросам читателей я был человеком 94-го года. Я согласен. Вот, опередил даже нашу Примадонну. Вы были просто героем, да. Ельцина, да, ну я был популярный, до сих пор популярен, у меня берут автограф, фотографируются, вообще я положительные эмоции у людей вызываю, вот, и то, что МММ утопил Черномырдин, это достоверно, можно сказать, известно и официально подтверждено, я лично сам читал газету об этом, статью, там черным по белому было написано, что МММ утопил Виктор Степанович Черномырдин. Скажите, пожалуйста, а вы в бытность... В то время премьер-министр. Да-да, мы все помним это. А вы потому что Мавроди стал скупать акции «Газпрома». Скупил 7%. Черномырдин испугался, что если он скупит 50%, люди. То он уже не я будет полноценным хозяином «Газпрома». Владимир, а у меня к вам вопрос. Остановитесь, пожалуйста. А вы-то, когда были лицом рекламным МММ, вы сами-то участвовали в пирамиде? Деньги вкладывали сами? Ну, если бы у меня они были, то я бы вкладывал. Как мне были? А вам же платили за съемки, за ролик. Я был неизвестный. Ну, платили нам немного, честно говоря. Вот, я был неизвестный актер, без денег, без имени в то время. А вы так сейчас... Вот я продолжу, что вот Черномырдин заказал... Мы про Черномырдина все поняли. Заказные, приказные статьи, компрометирующие Мавроди. Ну, на мне это тоже, конечно, аукнулось. Вот. Скажите, а да, вы в МММ 2001 участвовать будете? Как человек, который вкладывает туда свои деньги, как рекламное лицо, я уж не знаю. Ну, скорее всего, да, потому что я люблю этот персонаж Лёни Голубкова очень. И жалею, что не удалось его доиграть, не дали. Ну, я думаю, вот. Что и с таким развитием обстоятельств у вас еще предстоит шанс. Спасибо большое. Сергей Потерич, возвращаясь в будущее, да, вот о прошлом мы уже поговорили. Я хотел про тюрьму спросить, не знаю, будете отвечать, как вам сиделось? Прекрасно сиделось. Насколько это может быть прекрасно в тюрьме? Ну как, вы там скажем. Были, там, я не знаю, ну у вас сокамерники там. Я был, как вам отсидел 4,5 года, из них полгода на обычных тюрьмах, то есть полмесяца на Бутырке на обычной. 5 месяцев на Матроске на обычной, и потом 4 года на спецблоке, 99/1, это тюрьма в тюрьме, так называемая. Вот уже на спецблоке сидел в основном с киллерами, маньяками, руководителями ПГ, ворами в законе. В одной камере? Да, но там только такая публика и есть, потому что это очень маленькая тюрьма, о ней практически никто не знает. Но в последнее время, вот в связи со смертью Магнитского, стали они разговаривать, до этого про нее практически никто и не знал. Это в самой, на территории Матросской тишины. Вот въезжаешь на автозеке, вот ворота тюрьмы, там обыскивает автозек, все, въехал в тюрьму, ты на территории тюрьмы. Автозек едет по двору тюремному, и там еще одни ворота, еще одна тюрьма уже в тюрьме. Там опять автозек проверяют, ты заезжаешь уже на территорию тюрьмы в тюрьме, это 99/1. Это маленькая тюрьма совсем, там 100 человек, 20 камер всего, маленькие камеры. И вот там вся элита, так сказать, преступного мира. Ну и как вы с ними там, с маньяками сидели, там, ну я не знаю, вы... Они понятно, что знали, кто такой Мавроди, да? Да, конечно. Ну и какое отношение было там? Прекрасное. Ну, чувак, как ты всю страну кинул? Доброжелательное. Доброжелательное? Крайне доброжелательные отношения, да. Я сидел, кстати, с 5 ворами в законе. Это, наверное, рекорд, так сказать. Можно всю жизнь просидеть и не видеть ни одного вора. Это, в общем, отдельная тема. Про нее можно долго говорить. Причем один из воров назвал меня своим другом. Все они отзывались обо мне крайне доброжелательно. В общем, если вот люди сидевшие, они понимают, что это значит. А вы на воле уже общаетесь с ним? Нет, я не общаюсь ни с кем. Но у меня все люди, которые я знаю, которые я знал, они все получили там от 20 и выше, поэтому им еще там сидеть и сидеть. Там все такие 40 на спецблоке. Там очень тяжелая психологическая обстановка. Там вот говорят некоторые, что вот там комфортно относительно. Ну, комфортно там не более, чем на обычной тюрьме. С той только разницей, что... Там не переполнены камеры, на полу спать не надо. Ну, нас на всяких там, а этих самых, сейчас в обычных тюрьмах тоже там есть такие камеры, где... Так что ничего там особенного, короче говоря, нет. Но там чрезвычайно тяжелая психологическая обстановка. Ты сидишь с людьми, которые думают только о том, как бы спеша соскочить, ну, с пожизненного. Что уже сам факт, что ты туда попал, означает, что крест на тебе. То есть ты сидишь, по сути дела, достаточно комфортабельный... А камере смертников. Ну, туда попадают все, там полная изоляция.
в чем смысл туда помещения? Вот в обычной тюрьме там никакой изоляции нет вообще. Там телефоны, дороги, ну, вот эти между камерами. А на спецблок сажают с целью полной изоляции. То есть там вот ни дорог, ну и психологически. Там больше года не держат людей, потому что люди там начинают лаять на охранников, там очень тяжелая психологическая обстановка. Меня держали 4 года. У меня там, кстати, было... На спецблоке? Да, на спецрекорд абсолютно. У меня там было, я уж не помню, 12 что ли, голодовок, в общем-то. То есть у меня там такая была веселая жизнь, в общем-то. Хотя там вообще не бывает голодовок на спецблоке, потому что там людям всем грозит лет 20, и надо здоровье беречь свое. Там голодовки объявляют всякие там, кому год, два, да, грозит срок года, они там... А эти голодовки вообще помогают каким-то образом? Зачем их делать? Что значит зачем? Ну, понимаете, если вас унижают, вот если вас с вами поступают несправедливо, вы должны протестовать. Если вы не протестуете, значит, с вами вы соглашаетесь с тем, что с вами так обращаются. А в системе советской тюрьмы согласие и несогласие, оно влечет к каким-то последствиям? Что ты голодаешь, нет последствий, что ты не голодаешь, нет последствий. У меня было 12 голодовок, по-моему, из них одна сухая, 8 суток, хотя считается, что человек может только 5 суток выжить вообще без воды. Вы причем прям летом. Вы прям какой-то ихтиан. Летом, в жару. Одни рекорды. Да. Когда они поняли, что значит вообще, понимаете, выбор простой. Либо принимай, что с тобой вот так обращаются, либо протестуй. Причем результат, скорее всего, будет, что кончится все это очень плохо. Сами понимаете. Угу. Ну что произошло в случае со мной? Когда они поняли, что кончится тем, что я просто умру, не доживу до суда, потому что я голодал, объявлял голодовку по любому поводу, то, а это вообще, им не потому что жалко меня было, а потому что у них были бы неприятности, что как это, до суда я не дожил, значит, я избежал, так сказать, правосудия, ускользнул. Поэтому власти тюрьмы пошли со мной на определенный компромисс. То есть я не держал руки за спиной, когда хожу, то есть вот это все унизительные, все эти процедуры. Mm-hmm. Мне разрешали там и спать днем, это там, ну, укрываться просто. Не, вы знаете, все это, когда начинаешь объяснять, все это кажется такой глупостью, но там это не глупость. Кажется, да, но там это не глупость, там это все очень серьезно. То есть там, чтобы добиться, что тебя руки за спиной не держать, это немыслимо. Это вот кто сидел, понимает. А там, вот, например, простая вещь. Вот там начинается утро с того, что ты каждый день назначаю дежурного по камере. Вот вы сидите, скажем, вот мы сидим втроем или вчетвером. Каждый день назначаю дежурного не по хотелось камере. Не хотелось бы. Не надо, да, я просто так уж говорю. И заходит, когда смена, дежурный должен говорить: здравствуйте, гражданин начальник, в камере там 5 человек, все нормально, дежурный такой-то. Вот вроде мелочь, но вот представьте себе, что вас на работе заставят такую процедуру выполнять. Это же унизительно, это оскорбительно вообще. Хотя, что у вас, язык отвалится так говорить? Вот из таких мелочей там состоит вся эта жизнь. Поэтому человек через некоторое время, когда попадает в тюрьму, ему там все кажется поначалу, что его оскорбляют, там унизительным. Но через некоторое время ему это начинает казаться нормальным. Он ломается и вот превращается в послушного, управляемого, заключенного. Слушайте, вот Мавроди выходит из тюрьмы. И вот Мавроди делает финансовую пирамиду. Я пересмотрел вчера все эфиры последнего времени. С Тиной Канделаки посмотрел эфир. Я все-таки не услышал одного вопроса и одного ответа. А когда люди объединяются, будем говорить, что вот как вы объясняете, люди объединяются сами, это нечто вроде сберегательной кассы, деньги, значит, у них ходят по рукам и так далее. А вот эти вот биржевые курсы кто рисует каждый день? Не каждый день, а два раза в неделю. Два раза в неделю. Четверг. И я, конечно, личным решением. Лично Мавроди. Да. Говорит, что сегодня, значит, доллар МММ стоит не рубль, а два, например. Да, да, да. А откуда Мавроди это берет? Из головы? Да, конечно. Из головы. То есть за сегодня два, завтра четыре, послезавтра. Послезавтра могу объявить 100. А это, вот как я говорю, так и есть. Так. Значит, есть ли в системе сколько сейчас человек? Ну, по 2 миллиона уже. По 2 миллиона. Есть ли миллион, а деньги где хранятся все? Ну как, на счетах участников, то есть где и на вот счетах десятки. Я не понял этого. Все участники делятся на десятки, сотни тысяч. Я рядовой член, Сергей вот Минаев, я пришел в десятку. Вот вы хотите вступить, да. Так. Вас направляют в десятку, у вас есть десятник. Есть спецсчет десятки. Он где ли находится? У десятника. Но это десятник его открывает как частное лицо. Так. И вы можете ему на счет перечисляете деньги. Но если вы не хотите этого делать, то вы можете хранить на своем личном спецсчете. То есть вам даже переводить никуда не надо. Просто если вас попросят в один прекрасный день проплатить выигрыш другому участнику, вы должны будете проплатить со своего счета. Если вы откажетесь, вас выгонит из системы. Да. То есть все деньги
распределены между десятками, между частными лицами. То есть в каком-то одном месте они не концентрируются? Нет нервных узлов, болевых точек, то есть поэтому власти уничтожить не смогут, как бы они ни старались. То есть невозможно, нет никаких вообще, система распылена, это как вот паутина. Угу. Новые участники платят выигрыши старым участникам? Да. Исключительно то есть так. Система пожирает пространство, набирает новых членов, все и за счет этого все по курсам, которые рисуют все Мавроди, правильно. Выдают деньги. Хорошо. Абсолютно правильно. А если, сколько вы сказали, 2 миллиона? Да. Из 2 миллионов 1 миллион завтра решит выйти. Ну, такого не может быть. Это вот если все молекулы соберутся в углу, то тоже мы все задохнемся. То есть это может быть только по команде. Угу. Не могут люди, любая финансовая структура действует в предположении, что люди ведут себя по-разному каждый. Если все маршем по мосту пройдут, ну не могут. Как вы себе представляете, что миллион людей одновременно вдруг решат? Это может люди быть только... не решают, люди поддаются знакам, средств массовой информации, ну, спровоцирует друзей. Кто-нибудь панику. Да. Идет спровоцированная волна паники, и все поскакали, как в июле 4-го надо года. Понимать, во-первых, что это значит будет именно спровоцированная волна паники. Какими-то там властями. То есть это не будет вообще, так сказать, вина пирамиды как таковой. Это любую финансовую структуру очень просто разрушить. Пусть наш президент или там премьер объявит завтра, что Сбербанк афера, от него послезавтра ничего не останется. Согласен. Но в случае с МММ это будет чрезвычайно сложно, люди не поведутся на отличие это. Сбербанка и МММ состоит в том, что Сбербанк, когда привлекает деньги населения на депозиты, он говорит, ребят, мы вам выплачиваем проценты за счет того, что ваши деньги работают. Они вложены там в предприятия, в кредиты, которые мы дали компаниям, за счет этого мы вам платим. А система МММ, у нее какая хозяйственная деятельность? Хозяйственной деятельности нет никакой в принципе. Да. Об этом говорится совершенно откровенно на сайте с самого начала. Это пирамида в чистом виде. И более того, любая хозяйственная деятельность для пирамиды вредна, поскольку деньги изымаются из оборота, и в случае паники может не хватить на выплаты. То есть, если я своими гуманитарными куриными мозгами правильно все понимаю, система может жить бесконечно долго, да. Если не случится два непреодолимых препятствия. Первое – массовая паника и исход. Она для любой структуры. Согласен. И второе – если система прекратит напитываться новыми членами. Вот это нет. Ну, на самом как? Деле, это еще старые раньше. Члены же не могут сгенерить столько денег, чтобы постоянно оплачивать больше и больше на выигрышей. На каком-то этапе, если предположить, почему он, во-первых, перестанет подпитываться. Если там платится 20-60, от 20 до 60% в месяц, а это реально платится, то совершенно ясно, что она с течением времени будет только расширяться со всей ускоряющейся скоростью, потому что больше нигде не могут платить. Естественно, все деньги несут туда. С какой стати ей на каком-то этапе сворачиваться. Все будет только расширяться. Но, предположим, вот она... Уполномоченный по особо важным делам ГУБ ХСС, сначала МВД СССР, а потом МВД России. Как интересно, как же вы на Грецию заработали? Ну, на Грецию как заработал? Тут разного достатка люди есть. Mm-hmm. Есть люди, которые занимаются и черной работой. Как бы, ну, и ведь передача же не обо мне. Мне просто интересно. Я что хотел бы сказать, что, в общем, есть такая расхожая истина, что рынками движет жадность и страх. И в этом смысле инструмент МММ 2011, он ничем не отличается от всех остальных инструментов. С точки зрения доходности, это, конечно, экстремально доходный инструмент, а с точки зрения надежности, ну, он тоже достаточно надежен, во всяком случае предсказуем и гораздо более предсказуем, чем инструменты такие, как, допустим, государственные облигации Греции, Италии, Испании, там, ну и дальше можете продолжать, эта тема хорошо сейчас обсуждена в средствах массовой информации. Конечно, это, как и любой инструмент, он содержит в себе риски. Человеческая жизнь, она тоже как бы достаточно рискованная. Можно пойти за хлебом и не принести хлеба. Вы понимаете, это все прекрасно. Но тем не менее, если говорить о надежности этого инструмента, то он высоконадежен. Конечно, есть риски. Что я хотел бы спросить? Я хотел бы спросить в связи с этим Сергея Пантелеевича, как он считает, ну и, во-первых, как сейчас обстоит ситуация? Да, есть ли инвесторы, люди, которые вложили достаточно крупные суммы, ну я имею в виду 5-6 там, нулей и так далее, естественно, в валюте. Как он считает, будет ли это количество увеличиваться? И какие в этом смысле перспективы? Спасибо. Я сейчас снял ограничение, как известно, на сумму. У меня поначалу было ограничение по суммам.
на начальном этапе не выше там, $5000, насколько я помню. Сейчас ограничения сняты, но тем не менее крупные суммы я утверждаю лично. То есть там предложений сейчас как раз очень много, желающих вложить миллионы в долларов и больше. Но я крайне неохотно к ним отношусь. А почему? Ведь для пирамид какая разница, сколько денег брать? В смысле? Почему я отказываюсь? Да, конечно. Ну а зачем вообще? Все идет и так прекрасно. Зачем излишние риски? То есть это человек... То есть вам нужно не больше денег, а больше вовлеченных людей? Конечно. Деньги мне не нужны как таковые. Естественно, мне нужны. То есть денег и так сейчас более чем достаточно, их девать некуда. То есть сейчас ситуация совершенно... А как же вы их, зачем же говорите, их девать некуда, если они у вас-то не лежат? Ну что значит, не лежат у меня, но я даю рекомендую, так скажем. Да. И люди с моим рекомендациям следуют. Вообще-то деньги должны вкладываться в рекламу. Вот это единственное, куда в пирамиде они должны вкладываться, для привлечения новых. Дайте еще скайп, пожалуйста. Левон, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я здесь очень много слышу лжи со стороны Сергея Пантелеевича, он морочит голову всем. Во-первых, у него было, значит, акционерное общество, государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Вот, посмотрите. Мы видим. Он здесь увеличил эмиссию в 1000 раз. Видите, вот, вместо номинала 1 написано 1000. То есть акция стоит 1 000 000 рублей. Это совершенно недопустимо было. То есть здесь несет ответственность также государство. Но я о государстве сейчас не собираюсь говорить. То, что он собирается открыть новую пирамиду. Он ее уже открыл. Новые пирамиды уже были. Посмотрите вот сюда. Вот это заявление в организацию о защите их прав. Вот здесь написано первая эмиссия, вторая. Это уже пирамиды, понимаете? Вот третья. И все меньше и меньше. Вот у него 125 тысяч, потом 13 100. Потом 3250, потом 575 рублей. То есть он просто хочет стать владельцем кнопочки, которую, значит, он нажимает, и все валится. Денежки он собирает себе, а людям говорит, что это была пирамида. На самом деле, я даже сделал один такой эксперимент. У него работал на Варшавке бридж такой. Значит, операционист, директор операционного зала. Я ему один раз даже сказал при очередной пирамиде, утку пустил, что, вы знаете, завтра придут все, значит, сдавать свои эти билетики, акции и так далее. И что бы вы думали, на очереди никого не было, чтобы сдавать, но почему-то Варшавку закрыли. И пирамида рухнула, то есть никто не сдавал. Но эта информация поступила к Мавроди. То есть вы тот человек, который уничтожил первую пирамиду. Чтобы забрать все деньги, весь куш собрать себе, понимаете? То, что он говорит, что у него сейчас денег нет, все деньги находятся, значит, в других структурах. Нам он дал вот эти сертификаты акций, которые я вам показал, да, вот эти бумажки. А в других фирмах, он дал своим приближенным, купил очень много, значит, нефтеперерабатывающих комбинатов, Норильский никель, Сургутнефтегаз и так далее. Все это было арестовано Следственным комитетом. И, значит, длительное время. Потом это имущество передали судебным приставам, чтобы они рассчитались с нами. Но, значит, в отсутствии лиц, в чьих интересах был наложен арест, в отсутствии МВД, сделали, значит, судебное заседание в Верховном суде и приняли решение, что Сергей Пантелеевич вообще не был никогда учредителем и руководителем МММ Инвест. И в результате этого с ареста было снято имущество, которое он должен был рассчитаться с нами. Сейчас у него он должен то имущество, около 4 я говорил, что рассосалось по филиатам. 4 миллиона рублей он должник, понимаете? Это МММ Инвест. Левон, я вас перебью, одну секундочку. Я вас не хочет. Я вас перебью, одну секундочку. Просто Сергей Пантелеевич сказал, что... Я ему задал ровно такой же вопрос, куда делось имущество, на что он сказал, что оно было уведено недобросовестными директорами этих инвестфондов. Это не то, это МММ Инвест, который он учредил. Он являлся учредителем национального пенсионного банка. Куда делось имущество МММ Инвест? МММ Инвест до сих пор прекрасно существует. Но вы сказали, что он к вам не имеет отношения, что это люди перерегистрировали компанию и у вас все увели. Да, так оно и есть. Вот. Или эти люди отказались, сказали, что они ко мне не имеют отношения. Вернемся, Левон, спасибо. Вернемся сегодня. Сколько человек обыкновенный, который вложит $1000 в МММ, может в месяц заработать?
500, не будем тысяч, 200 долларов, дайте 200. Нет, ну 20% считайте, 20, если вы есть там ставка, 20% для обычного человека и 30% для пенсионеров, инвалидов и многодетных матерей. И чем больше он людей привлечет, тем больше... Плюс он получает, если вы привлечете человека, вы получите бонус, 20% с его суммы. Да. Таким образом, смотрите, почему, на мой взгляд, систему должны закрыть. Потому что вы занимаетесь очень опасной историей. В стране, которая мало чего производит, в основном добывает, в которой бездельников и лоботрясов огромное количество, вы это количество увеличиваете. Потому что сидит какой-нибудь, значит, Вася Курский и говорит, вот я получаю 500 долларов, значит, у себя на предприятии, но я хожу на работу. А здесь я буду сидеть в интернете, смотреть порнуху, а мне будут капать деньги. Я ничего не буду делать. То есть это миф о Емеле и Щуке. Вы его воплощаете в жизнь и плодите бездельников. Вот как разговор о том, что вы делаете людям добро. Понимаете, очередной миф опять-таки. Мы живем, вот что есть там, честно, но это долгая история. Попытаюсь рассказать, объяснить свою позицию. Угу. На самом деле, я уже писал на сайте, наверное, вы не читали, что мы живем в рабовладельческом обществе. Я читал это. Вот. Поэтому миф, что мы там честно работаем, в ситуации, когда нечестная система сама по себе, не может быть честной работы. Вы честно работаете на то, чтобы Абрамович купил себе 6-ю яхту. Я отчасти с вами согласен. И на то, после чего, когда вы доживете до пенсии, если доживете, вас выкинут как ветошь, негодный мусор с нищенской пенсии, и бросить на произвол судьбы. Вот ваши перспективы. Поэтому говорить о том, что вот там, мне часто делают упрек, что вот вы там провоцируете людей, чтобы они честно работали, вместо того, чтобы честно работали, лежали на печи, он глубоко аморален. И вообще этот упрек, между прочим, наверняка звучал, когда, например, там 2000 лет назад рушилось рабовладельческое общество. Там все, наверное, сетовали. Как же так? Кто же будет работать, если освободят рабов? Точно такие же упреки звучали, когда освобождали крестьян, наверное, в России. Кто же будет работать, если крепостных не будет? Будет другой мир просто. Люди... Подождите, но это система, которая действует в большинстве стран цивилизации. Да? Какая что система? Система, при которой 85-90% населения создают продукты своего мозга или своих рук, плодами которых кормится 10%, то есть верхушка. Правильно. Это система, которая существует везде. Да, и она глубоко несправедлива. Да. Поэтому... То есть вы практически Че Гевара или Ленин? Ну, я не люблю аналогии. Я же не скрывал своих планов. Я объявил, что я собираюсь устроить финансовый апокалипсис. Так оно и будет. На самом деле, все предельно просто. То есть, если бы парни всей земли взяли за руки и отнесли свои деньги в систему Мавроди, потом бы все накрылось медным тазом. Да. Хорошо, значит, все бы перестали работать, у всех были бы вклады, значит, нет, не из-за этого бы накрылось. Накрылось бы по-другому. Все, что значит перестали работать? Но у людей появилось бы больше свободного времени. Они бы... Любая система должна что-то производить. Давайте предположим, что 80% населения России бросило работу и вложило деньги в МММ 2011. Оно не вложило, а получало бы деньги с МММ 2011. Секундочку, прежде чем получить, надо вложить. Ну, вложить потом, это процесс непрерывный. Вложил, так. Они же не лежат там. Так, но они бы ничего... Вот все бы, люди перестали бы ходить на работы, они бы перестали бы чем-либо заниматься. А что производите вы? Я? Да. Ну, смотрите как, у меня есть несколько видов деятельности. Например, я пишу книги. Вот этим шоу. Вот этим шоу, что я произвожу? Я произвожу информационный сигнал. Я даю возможность людям услышать честные ответы, надеюсь, честные ответы на честные вопросы. Иными словами, существуют помимо чисто материальных ценностей какие-то духовные. И они гораздо даже важнее, чем чисто материальные. Что производит художник, поэт? Я с вами согласен. Я сейчас не говорю про... В этом же смысле. Не-не, я сейчас не говорю про художников, писателей почему? И прочих бездельников. Я считаю, что... Нет, я давно высказал... Без этого не может существовать цивилизация. Я согласен, что есть духовный продукт. Я давно считал, говорил, что на самом деле зарплата, которую люди получают на телевидении, это сотни часов кропотливого труда токаря на заводе. Это, конечно, несправедливо, но вот так оно есть. Я совершенно открыто об этом говорю. Вопрос в другом. Если... звезды шоу-бизнеса и писать. Разрушение существующее. Потом я перейду ко второму этапу. Когда будет разрушена нынешняя система. То есть те, кто не сдохнут от голода, они будут счастливы в новом раю. Почему они должны сдохнуть от голода? Я не могу никак понять. Ну потому что мне кажется, что если ты ничего... Ну так же и говорили, когда рабов освобождали. Ну поэтому давайте рабство проповедовать и дальше. Сейчас ситуация такая, что человек вынужден работать день и ночь, не поднимая головы, у него ни на что не остается времени, просто для того, чтобы прокормиться. Это очень выгодная ситуация для тех, кто делает деньги.
Вот на этом основана вся современная система. Я собираюсь эту систему разрушить, освободить людей. Вы говорите, это вредно. Рабов нельзя освобождать, они должны работать вообще. Нет. Я говорю о том, что любая институция, акции компаний, акции банков, они подкреплены какими-то вещами. Это активы, это вещи, которые они производят. Вы не производите ничего, у вас нет никаких активов. Это очередной миф. На самом деле, что не, ну это особый разговор. Ладно, хорошо, нет активов, что из того? Таким образом, ваша система существует за счет того, что люди передают в кругу своем, в спиралевидном. По спирали они гоняют деньги по кругу. Но и деньги они откуда-то реально-то брать должны. И следующий. Если все грохнется, я понимаю, если все грохнется, не следующим неоткуда будет брать деньги. Они вам принесут натуральные продукты, черный хлеб вложат, что бананы, мешок картошку. Подождите, когда система за это самое охватит весь мир, она станет абсолютно устойчивой. Она не рухнет, потому что будут охвачены все. Вот вы, предположим, вытащили из пирамиды миллиард, вложили его там, я не знаю, купили дворец, но продавец дворца, он тоже в пирамиде, так как охвачен все. Я читал эту вашу поэтому, историю. Это же просто все очень. Поэтому эти деньги вернутся в пирамиду. Вот пример замкнутой системы – доллар. Он не рушится, несмотря на то, на все предсказания. Это замкнутая система, потому что из него некуда бежать, только на Луну. Вот что такое замкнутая пирамида. Доллар подкреплен 45 предприятиями экономики США, как минимум. Да, но их выпущено долларов там во сколько там раз больше, чем все эти 45 предприятий. Я понимаю. Потому что в пирамиде... Я понимаю, у вас даже одного предприятия нет, которое могло бы подкрепить 5% вашей пирамиды. Зачем? Что 5, что не 5? Нет, для того, чтобы безвозвратно бабло с баранов снимать, для этого никаких активов не нужно. Я с вами тут согласен. Нет, не надо так называть людей. Баранов, бабло. Ну а как? Ну зачем? Ну вас мама в детстве не учил, Сереж, но для того, чтобы что-то получить, надо что-то сделать. И меня мама учила. Вы же не ходили в магазин и сказали, мне молоко и хлеб, только бесплатно. Так же не бывало никогда. А тут получается, что любой Вась приносит Мавроди деньги, и потом дальше сидит и стрижет капусту. Ну как? Я не понимаю, в чем вопрос. Вопрос, послушайте, я сейчас, вы только услышьте меня, пожалуйста. Да, я пытаюсь услышать. Я не стою на позиции, ай-яй-яй, как нехорошо. Мне совершенно все равно, кто несет вам деньги. Я считаю, что для них мне это... Никто ничего не несет. В вашу систему, извините. Я считаю, что для них это, безусловно, не очень хорошо закончится. Это мое частное мнение. Но я считаю, что человек должен трудиться. Когда вы пестуете нацию бездельников на себя... Он должен что-то делать, чтобы получать деньги. В этой системе не получается на себя. В том-то, вот почему я собираюсь разрушить эту систему. Так ни в какой не получается. Ни в США, ни на Бали, ни в Великобритании. Я собираюсь разрушить мировую финансовую систему, а не российскую. Вот именно вы и пришли к тому, о чем я и говорю. Что все глубоко аморально. Я вас подвожу, зачем, Сергей Петрович, вам деньги, я вижу, не нужны. Слава, наверное, вы хотите стать мессией. Нет, ну если я могу помочь людям, я считаю, что рабство несправедливо. И хочу помочь людям. Почему это вызывает удивление? Это вполне естественно. Вот вы предположим, что вы попали на какую-то там планету и увидели, что все люди порабощены каким-нибудь там киборгом. Да. Но сами они этого не понимают вообще, так как они уже там давно в этом рабстве. Но вы видите, как эту ситуацию разрушить. Вы что, не будете ничего делать? Вам здесь... будут говорить, зачем вы это делаете? Эти рабы еще вам будут говорить, что нам и так хорошо, мы сыты, довольны. Не, ну если говорить с точки зрения философии, как только вы разрушите эту систему, вы получите 10 брутов, которые воткнули меч в Гая Юлия Цезаря. То есть вас тоже кто-нибудь шлепнет киркой по башке, чтобы стать новым Мавроди. Есть с философской точки зрения. Говорит, вы людей освободите, освободят ли они потом вас от занимаемой должности? Дайте скайп еще одни, пожалуйста. Егор, ты в прямом эфире. Ну, возможно же такое? Конечно, возможно. Здравствуйте, Сергей Пелевич. Меня зовут Куручев Егор, я руководитель проекта «Антилох» молодежного движения «Россия молодая». Отлично. Я хочу вам напомнить, как встретили наши активисты вас, когда вы выходили из матросской тишины. Они закидали вас сметаной и этим самым хотели оставить жирный след на вашей репутации. Потому что вы обманули очень много людей, и мне кажется, это неправильно. Наш проект борется с такими вот патронами, как МММ-2011. Что будет дальше? МММ-2012? Может быть, хватит обманывать людей? А почему вы говорите, что обманываю людей? В чем обман заключается? Ответьте только прямо на этот вопрос. В чем заключается обман? Да вы морочите людям голову. Вы нет, говорите... ответьте на вопрос, не уходите от него. Он не может. Вы давите на их чувства. Вы говорите, сейчас вы обещаете то, что вы вернете вклады, тем людям, которые были в МММ, в обычном. Тем, кто пострадал от советского Сбербанка. Это обычный обман. Вы даете на их чувства, чтобы они снова вступили в вашу пирамиду, а потом, грубо говоря, вы их кинули и все.
Также пропали выплаты и свалили все на государство. Во-первых, выплаты уже идут, поэтому говоришь, что это обман. А сколько вы выплатили на сегодняшний день? В смысле, вот этим пострадавшим? Да. Причем я взял эти обязательства просто так. Да. Ну, например, сколько вы выплатили? И по какому номиналу вы платите? Понимаете, там очень много сейчас идет этих самых, поэтому массовые выплаты еще не начались. Но нескольким людям уже выплатили, там видео выложено. Я не помню конкретных сумм, но там видео на сайте выложено, этих людей, которые... Ну а сколько можно сейчас получить за один билет МММ? Пока это я еще не решил. Ну, когда я сделаю объявление, я это решу. Произвольным образом, это я вот сколько решу, столько и будет. Столько заплатить, я понял. Дайте еще скайп, пожалуйста. Никита. Здравствуйте. Вопрос у меня такой. Сергей, скажите, может ли человек жить без души и без совести? И если нет, то, Сергей, почему вы еще живы? Спасибо. А в чем вопрос? Может ли жить, я откуда знаю? Вот вы живете, у вас есть душа и совесть? Я живу, нет. Ну и живите. У меня дальше. Есть. Ну, и вы обманули столько людей, забрали у них столько миллионов рублей. И как можете после этого вообще жить и смотреть людям вообще в глаза? Вы передачу смотрели эту всю? Вы передачу смотрели эту всю? Я вам пытался объяснить, что никого я не обманывал. Вы вообще ничего не поняли, да, из этой передачи? Да, выходит 17 этих КАМАЗов, просто чи-чи-чи выходят деньги. Ну, так это я их, что ли, украл? Вы так поняли из этой передачи, что их украл я, что ли? Выходит, что вы. Ну, понятно. Деньги несли именно вам, именно в вашу систему. И то есть сейчас у нас МММ 2011, выходит, вы снова пытаетесь людей обмануть. Вопрос в том, что у нас люди просто хотят обогатиться и просто несут свои кровные деньги вам, и зная, что это обман. Но почему-то не несут и не знают, что... Я даже не знаю, понятно, как это сказать. Спасибо, неинтересно. Честно, неинтересно, извини. У меня другой вопрос, да, есть все-таки о философии. Вот вы разрушили, давайте дальше пойдем, поскольку мы сегодня бредить уже начали там, да, в высоких сферах, давайте пытаемся добредить до конца. Вы отменили систему, уничтожили систему рабства. А дальше что вы собираетесь с ней делать? Вы собираетесь возглавить новое государство, новую общественную формацию. Просто, ну вот, конечная цель какая? Конечная цель – новая реальность. Ну, знаете, вы кто в этой новой реальности? Я создам ее. Кто то есть... я буду... Меня это на самом деле не очень интересует. То есть меня какие-то там... В идеале, я бы с удовольствием создал новую реальность и стал частным лицом, как Сулла, и занимался рыбной ловлей, и сидел бы дома, читал книжки. Вот я, положа руку на сердце, это говорю. Но боюсь, что это не получится. Слушайте, а вот вы уничтожили все это, да? Доллар коллапснул, экономики коллапснули, все. А дальше к чему человечество возрождается? Вот кто будет... пахать землю, кто стричь овец, что дальше будет? Ну, новое будет сейчас об этом говорить преждевременно, потому что на самом деле... Ну, у вас же есть модель наверняка уже. Модель есть, но знаете, как в апокалипсисе написано? И проговорили 7 громов с неба, и хотела за ними записывать, но услышал голос, который сказал мне, скрой, что ты услышал, не записывай себя. А вы верующий человек? То есть некоторые вещи говорить преждевременно. А вы верующий человек? Нет, я не хочу на эти темы говорить. Почему? На личные. Ну, не почему, не хочу, и все. Ну, хорошо. Я же не собираюсь оскорблять вас. А потому что, нет, это не оскорбление, он просто, этот вопрос сложный, понимаете? Этот вопрос предполагает, я тоже уже где-то это говорил, что если, например, ты человек верующий, то значит ты веришь, что есть Бог, да. И ты боишься... Конечно. Там, наказания за свои грехи. Ходишь в церковь, боишься наказания за грехи. Да, наказания за свои грехи. Так вот... Даже если есть Бог, и даже если есть наказание за мои грехи. Я вообще, во-первых, считаю, что никто не вправе меня наказывать, даже Бог, за мои поступки. Но если и меня бы не остановило, и меня бы не остановило никакой страх наказания. То есть, если бы я знал, что есть Бог, и меня за это, я все равно буду действовать так, как я считаю правильно. А вы готовы убивать за свою идею? Ну, убивать свою идею, я не знаю, мне этот вопрос не приходил в голову, честно говоря, вот вы мне его задали, я просто над ним раздумываю, нет, никто не спрашивал. Понимаете, я остановился в свое время в 94-м я году, вот именно поэтому. Вот чтобы вам не подписи тогда было собирать, а их на улице повезти. Нет, когда меня арестовали в 94-м году, они играли с огнем. То есть я мог с командой, там была очень милитаризованная атмосфера, да. Были толпы, ну вы видите, помните все я эти. Я все это помню. Да. Достаточно было скомандовать на Кремль, была бы гражданская война. Я бы вышел вообще, начав торговаться с властями. Я не захотел переступать через кровь, превращаться в дракона, так сказать, что сражающийся с драконом
сам становится драконом. Но, возможно, это была ошибка. Ну, в 93-м году власть, например, совершенно спокойно расстреляла собственный парламент. Ну, это власть вообще. У нее ни чести, ни совести. То есть, вы хотите сказать, у вас была и честь, и совесть? Я, по крайней мере, так не поступил. Но были мысли? Мысли, естественно. Я эту возможность прекрасно видел. Но я не стал это делать. Вы знаете, Шаблиенко пишет в Твиттере очень интересную вещь. Мавроди создатель, это уже матрица. Дайте скайп еще, пожалуйста. Виталий, ты в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Виталий, я из Волгограда. Меня слышно? Да, вас отлично слышно. Спасибо. У меня к Сергею простой и банальный вопрос, как покажется. Как Сергей сам считает, сколько просуществует МММ 2011? Да вечно, пока до нового до апокалипсиса, если эти не вмешаются вообще опять. И то есть сейчас единственное, что может установить систему, это мое физическое устранение. Больше ничто. То есть даже если меня арестуют, это не поможет. Я смогу из тюрьмы руководить. А на этот вариант есть какой-нибудь запасной выход? Ну, надо отдавать себе отчет, что, к сожалению, если будет меня физически устранят, то все разрушится. Это надо отдавать себе отчет и не строить иллюзий. Ну, вот как все империи, там, того же Александра Македонского, начнется драка за власть. Ну, потому что нет лидера больше, который бы смог... А у вас нет преемников в системе? Ну, их не может быть в принципе, понимаете, в чем проблема? Ну, конечно, потому что они потребуют свою долю. Нет, не в этом дело. Потому что никто не обладает таким авторитетом. То есть начнется неизбежно драка за власть. То есть кого бы я ни назначил преемником, как только там, если я исчезну, то сразу остальные тоже предъявят, скажут, как, почему это он преемник. Ну, это обычная история, история учит тому, что это происходит всегда. При крушении всех империй происходит именно так. Поэтому, конечно, физическое устранение разрушит систему. Но я, честно говоря, полагаю, что они на это не пойдут, власти. По той простой причине, что они меня недооценивают и будут недооценивать до конца. А если вас позовут в политику, вы примете в этом участие? Самое смешное, вот вообще сейчас впервые прозвучит, это совершенно поразительнейшая вещь. Вот я говорю, апокалипсис, все человеческое бессильно. Вот я все время говорю, что я в политику не иду. Да. В свое время была партия народного капитала. В этом самом, если вы знаете. Да, сейчас да, все да. Партии там закрыли, все там это самое. И у нас всего 6 партий, что ли, да? 6 у нас, кажется, ну, там. Типа того. И партию сейчас открыть вообще невозможно. И вот выяснилось совершенно волшебным образом, что про партию народного капитала забыли, ее не закрыли. То есть она не закрыла? Нет, ее закрыли только вот в июне этого года. То есть она просуществовала все эти 17 лет. То есть у нас было все время не 6 партий реально, а 7. То есть была еще партия народного капитала, которую забыли закрыть в бардаке в этом. И наверняка ее сейчас закрыли, так как ее закрыли только 2 месяца назад, в июне, то наверняка там закрылись куча нарушений. Так что вполне возможно, эта партия реанимируется, и тогда она будет участвовать в выборах. Нет, ну а к вам-то не подкатывали какие-нибудь люди? Сейчас же идет массовый сбор во всевозможные партии. От «Единой России» до «Правого дела». К вам никто, неужели не приходил и говорил, Сергей Потеряевич? Нет, никто пока. Ну, понимаете, но я там же как этот зачумленный. Меня все боятся там подходить. Что только прикоснешься, и сам чумой заразишься. Поэтому нет, никто. Прикоснешься к Мавроди и превратишься в деньги. Дайте еще скайп, пожалуйста. В деньги-то хорошо. Игорь, ты в прямом эфире. Добрый вечер, меня Игорь зовут, я из Москвы. Меня слышно, да? Да, вас отлично слышно. Так вот, я бы хотел бы ответить господину Мавроди на его высказывание в адрес Михаила Ходорковского, когда он сказал, что у Ходорковского на руках кровь. Так вот, господин Мавроди, у нас человека виновным может признать только суд. А вы не суд и голословно обвинять, ссылаясь на чьи-то высказывания. А откуда вы знаете, что у него кровь на руках? Во-первых, одну секунду, я сейчас просто проясню. Я высказал всего лишь свое мнение, я это подчеркивал, что это мое мнение. А вы знали Ходорковского? Нет, Ходорковского я не знал. Но я сидел с людьми, с киллерами, мэра Нефтеюганска, сидел достаточно долго. К этому моменту я уже долго сидел на спецблоке и умел отличать правду от лжи. Я с ними долго общался, читал их дело, опять-таки выражали удивление, как-то я читал их дело. Да когда закончилось вообще предварительное следствие, там, ты можешь снять ксерокопии материалов уголовного дела и получить в камеру. У них было в камере дело, и они давали мне читать. Опять-таки, почему они мне давали, задавали вопрос. Потому что в тюрьме не принято, во-первых, не давать. Если ты не даешь, то возникает вопрос, может быть, ты там какой-нибудь маньяк или еще кто-то, а скрываешь, там все врешь. Поэтому это обычная совершенно вещь.
То есть я читал их дело, короче говоря, общался с ними, и у меня на основании общения с ними сложилось совершенно твердое убеждение, что все деяния, приписываемые Ходорковскому, это правда. А они говорили, что они получали говорили, приказы что они... об убийствах лично от Ходорковского? Нет, они говорили, что они получили от этого самого. Там были посредники, но они, что они лично видели Невзлина, например. Ну, полагать, Невзлин был один из акционеров ЮКОСа. Предполагать, что он действовал на свой страх и риск, ну, это безумие вообще. Это что, человек вообще сам на свой страх и риск действовал? То есть ясно, что он действовал в интересах ЮКОСа, и Ходорковский этого не знать не мог. То есть это совершенно очевидно. Да, верните скайп нам обратно. Да, но я хотел бы сказать, что если вы читали материал уголовного дела, то в этом же уголовном деле, например, свидетель Цигенник, если вам известен такой, он путался в показаниях, и в итоге он сказал, что Банников и Буртовой следователи предлагали ему сделку, оговорить Пичугина и Невзлина, и получить за это 6-7 лет. В итоге ему, кстати, дали 18, ну, даже не суть в этом. По поводу убийства, значит, Петухова, там ряд версий. Значит, что налоги ЮКОС не платил, эта версия отпадает, потому что ЮКОСа к тому времени задолженности не было. А вот версия о том, что к убийству мэра причастна его жена, и такой вот был криминальный авторитет Приходько, вот это, вот эти версии тоже очень интересны. Почему вы их как бы не рассматриваете? Наверное, какие-то у вас свои причины, может, есть на это. Слушай, ну Мавроди высказал частное мнение про Ходорковского, там мы с ним можем быть согласны. Частное мнение о том, что у человека кровь на руках, ну это... Что, это проблема Мавроди. Это мнение, не могу свое высказывать. Это, если у меня сложилось такое мнение, спасибо. Я не могу высказывать? Вы можете высказывать. Ну вот и все. Дайте еще один скайп. Александр, ты в прямом эфире. Здравствуйте. И я хотел бы, не отлаживая, сразу приступить к вопросу. Рассказывая о новом проекте МММ 2011, вы всегда принимаете какую-то безразлично пренебрежительную позу и вещаете о неоспоримых выгодах вкладчиков. С лицом, ну, свободным от мыслей, скажем так. На какую возрастную группу вкладчиков вы рассчитываете? Точнее, сколько лет тем, кого пытаетесь наебать, уж извините. Спасибо. Я не понял, что он сказал? Сколько лет тем, кого вы пытаетесь наебать? Цитата. Ну, так как я никого не пытаюсь, не буду шумовать, то на вопрос лишен смысла. Хорошо. Я думаю, в 94-м году подобное было. Хорошо, какая, перефразирую, какая возрастная группа вкладчиков? Кто несет деньги? Сколько им лет? Все. 18, 20, ну 18. Костяк, ядро какое? Вы знаете, молодежи очень много, ну в основном, ну много пенсионеров, конечно, но очень много молодежи. Вы можете почитать письма там о выигрышах. И молодежь, кстати, воспринимает с крайним энтузиазмом все это. То есть все возрастные группы, по сути дела все. Вот нету такой ситуации, что там в основном пенсионеры, ничего подобного. Молодежи очень много. Мы в эфире... Спасибо. Дайте нам еще два скайпа очень быстро и будем закругляться. Мы уже 1:17 в эфире. Все устали. Я бы еще час сидел. Мне безумно интересно. Потому что я, в самом деле, можно по-разному к вам относиться. Вас можно считать аферистом. Все это рухнет. Причем, я бы сказал, нахер, конкретно и с фанфарами. Ну, я считаю, что и при этом господин Мавроди уходит скользко от всех ответов. И вот... На самом деле, вот речь Мавроди напоминает какое-то такое выступление Иеговы, да, вот, ну, свидетеля Иеговы. И все это вообще приобретает страшный абсурд, и люди в это способны верить. Сергей, почему вы не обстановите этот абсурд вопрос к вам? Спрашивать за совесть, наверное, глупо у Сергея Пантелеича, если я правильно помню. Да. Но, тем не менее, спите нормально. За своей вот совестью разбирайтесь, есть? А я со своей разберусь. А, ну, у меня не было и нет, поэтому, в принципе, тут... Отвечая на ваш вопрос, я задал вопросы, которые задал бы любой человек, более-менее знакомый с финансами и экономикой. Я подозревал, что на них может быть два ответа. Да, Сергей, вы правы, все упадет и разрушится, но мне все равно. Либо второй вопрос, как ответил Мавроди, витиевато уйти. По поводу диагноза, знаете, у меня нет медицинского образования, я диагноза ставить не готов. Мне Мавроди интересен как слепок эпохи. А что касается... Хорошо. Я закончу. А что касается людей, да-да, которые несут деньги, я выразил довольно резко к ним свое отношение. Ну, ребят, вы знаете, есть большая категория людей, которые готовы класть свой член на плаху, если им скажут, что по нему дадут кувалду, и он удлинится. Они все равно будут это делать. Я ответил на вопрос? По больному бьете, но вот еще один маленький-маленький нюанс. Спасибо, я не знал о подробности квадрофизиологии. Глядя сегодня, ну я надеюсь,
без удлинения обойдемся, но тем не менее. А мне интересно, что сегодня я посмотрел, Сергей Пантелеич не будет отрицать, что деньги у него когда-то были, правда же? Были. И были. Но сейчас на вас вот эта вот, нищенская одежда, да, роговая оправа со всеми делами, вот очень напоминает цирк, реально. Вот тут такой шапито, причем отписано. Довольно-таки дешевый. Видели, в чем ситуация? Вы бы лучше вникли немножко. У меня же сейчас все описано по долгам. У меня долгов 6 миллиардов рублей. У вас никогда не было денег? Причем тут никогда? У меня сейчас их нет. Потому что у меня, если бы я... Если у человека есть такое понятие... Имел хоть копейку, мне подняли сразу. Речь о том, что если сейчас Мавроди купит себе рубашку или пиджак, то судебный пристав у него обязан этот пиджак или рубашку забрать. Ну, примерно. Правильно я понимаю? Примерно так. По крайней мере, поинтересоваться, на какие средства. Миша, это еще... Это один ответ. Сергей, секундочку. Это один ответ. Дайте мне сказать. А второй момент, это то, что истинные мессии, блядь, они всегда в рубище. Правильно. Вот именно. Вот последняя цитата даже не вопрос. Таков. Хитро, сука, ну вот хитро. Спасибо. Вот просто, блядь, молодец. Не знаю. Спасибо, Миш, спасибо, искренне. Еще один скайп финальный, давайте я начну финализировать. Артур, ты в прямом эфире. Добрый вечер, в студии, меня нормально слышно? Отлично. Так вот, у меня такой вопрос. Господин Мавроди, мы сегодня уже слушали, что у вас там нет денег, вот предыдущий человек говорил. У меня вопрос, а новые финансовые пирамиды МММ 2011, а откуда взялись деньги для выплаты дивидендов первоначальным складчикам этой пирамиды? И вот еще один вопрос, разрешите сразу задам. Сколько у нас в стране нужно украсть денег, чтобы тебе поэтому потом уже за это ничего не было? Первый вопрос, это какой, сколько это самое? Откуда взялись деньги для того, чтобы платить первоначальным вкладчикам? Первоначальным вкладчиком, да. А есть, как, там же нет непрерывный поток по времени, вот если, например, взять период месяц, вот, например, каждый день вносят деньги, поэтому, когда приходят... Вы про МММ 4-го года или 11-го, извините? Про МММ 11-го. Про МММ 11-го. То есть вы не понимаете просто само устройство, нет. То есть вот идет непрерывный поток, на каком-то этапе у тебя наоборот вообще аккумулируются средства, потом начинаются выплаты через некоторое время, ведь вкладывают люди не на один день. За это время, когда начались первые выплаты, они начинаются не раньше, чем через месяц, потому что люди вкладывают как минимум на месяц, и накопилось огромное средство, которое, по сути дела, они вот твой буфер, который не расходуется. А дальше уже идет, начинается процесс выплат уже непосредственно последующим за счет предыдущих. То есть система питает сама себя. А второй вопрос какому? Сколько нужно украсть в нашей стране денег, чтобы тебя никто не трогал? А кого не трогали? Меня, что ли? Меня, по-моему, только и трогает. И вообще, почему вы мне этот вопрос задаете? Вот так, если вы смотрели всю передачу и сделали из нее все-таки вывод, что я украл деньги, да? Нет, господин Мавроди, я прекрасно понимаю, вы все-таки осуждены, у вас судимость не снята, насколько я знаю. То есть, ну, не снята, я это... Знал, вас... Ну и что? Вот. Но, господин, насколько я помню, Бернард Медофф, организатор пирамиды в Америке, получил 150 лет. Вы так получили 4,5 года... Ну, потому что... Но это вопрос к американскому правосудию. Ну, потому что он виновен, а я нет. Вы же понимаете. А вас за что в итоге признали? Спасибо. А за что вас в итоге признали виновным? Почему вам дали 4,5 года? Мошенничество. Мошенничество. Да, но... Мошенничество. 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 В особо крупных, надо полагать. Тут долгий рассказ. Нет, не в особо крупных, как ни странно. У меня сейчас пару минут есть, вообще могу рассказать да. пару слов. У нас есть пара минут. Я думал, просто вы... нет проблем, у нас есть пара минут. Я не устал, вообще. Могу рассказать еще самое, вот почему вообще, пока я скрывался, у меня была куча статей, но пока я скрывался, все эти статьи, так как у нас органы раздолбай, то меня объявили в розыск только по статье мошенничества. А по остальные забыли. Но они думали, что меня сразу поймают. И поэтому, пока я скрывался, вдруг выяснилось, что все остальные статьи срок давности истек. Потому что я по ним не был объявлен розыск. Но судьба на этом не остановилась. И поэтому у меня было сначала 2500 томов, и они сократились до 650. Но дальше произошло следующее чудо. Что пока я скрывался, принят новый был УК, и там новая статья была про мошенничество. В старом УК было 3 пункта. Там был крупный масштаб, это самый третий пункт до 10 лет, это крупный масштаб, вот он мне, естественно, был предъявлен. А в новом УК стало 4 пункта, и там стал особый крупный. А так как мне предъявили по крупному, то я автоматически попал под часть третью. Понимаете, вот из-за основного слова «особо» судьба человека решилась. А часть третья, это там до 6 лет. Сергей Петрович, ну у вас жизнь не жизнь, а лотерея. Ну, малина. Ну, не малина, но лотерея. Я до сих пор все-таки не могу ответить для себя на вопрос, зачем вам все это нужно.
Я вам ответил, но вы не поняли. Нет, я правда не понял. Я не вижу, что в конце. Я разрушить могу помочь мир, чтобы... людям, я считаю, что это должен делать. Я это делаю. То есть нет никаких других мотивов. Ну, это можно по-разному называть, но можно назвать и так. А людей нельзя освобождать без экономических и финансовых пирамид? Например, не знаю, создать партию, свести народ на необитаемый остров, построить там страну-утопию, чтобы в отдельно взятом государстве... Нет, всех... нельзя. С пирамидой можно бороться только при помощи пирамиды. Поэтому они запрещены, потому что у государства есть монополия на пирамиду. Поэтому там такие низкие проценты в банках, кстати. Они могут давать любые проценты. Вот я вот доказываю на практике, что можно давать 20-60%. Ну, исходя из вашего опыта, только что. Да. Но так как у них нет конкуренции у государственных пирамид, они дают минимальный процент. А вы не боитесь стать врагом государства? И, ну, вот ну, так, по-честному. Понимаете, что значит не боюсь? Я еще раз говорю. Я считаю, что это должен делать, я это буду делать. И меня ничто не остановит и не запугает. Ничьи угрозы, ничьи там, какие-то там мои адресы высказывания, от кого бы они ни сходили. Я считаю, что это должен делать, и я это буду делать. Сергей Петрович, спасибо большое. У меня вопрос теперь уже шкурный, можно предъявить? Я, значит, все-таки нашел. Я думал, что я выбросил. Нет. Не таков я. Понятно. Дайте камеру поближе. Вот, я, значит, сегодня нашел. Вы, говорит, вы начали выплаты. Это вы смотрите, здесь какой, молодой и кудрявый. Узнаете билеты? Да, 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 было дело. Когда можно бублицо получить старым вкладчиком? Сейчас решается, только на общих основаниях. Сергей Путич, вы уж не оставьте, у меня тут, ну, штук 100 есть. Хорошо, хорошо. Сергей Мавроди был в прямом эфире Минаев Лайв. Нас сегодня смотрело сколько? 65 тысяч человек в пике. Спасибо. Царская Россия, исторический виток, каждый сам за себя, у каждого свой бог. Общество рабов, все взаимосвязаны, никто не выделяется, но все при этом разные. Яркие мечты, серая реальность, разбогатеть не ударя палец о палец. Я видел с детства, как многие взлетали вверх, работаю 12 лет, когда же успех? Я такой, как и ты такой, как я сам. Мне 26, я обычный русский пацан, который устал нуждаться в деньгах, работать на дядю в должности раб. Я ребенок 90-х, который много видел, впитывал как губка. Екатеринбурга житель, шмотки, еда, реклама, игрушки, телесериалы. У Кена Барби подружка, золотники на Ванера, первый Адидас. За средний палец родители ругали нас. Сигареты штучно, крепкое пивко дракон. Пирожки из булочной, сейчас это как сон. На выборы забил, не вижу смысла. Я плачу налоги, но на дорогах можно убиться. Многие хотят слиться, поменять гражданство, улыбать лица, изменить убранство. Я тоже хотел свалить из Раши на родину Тойоты, потом в Америкашу. Быть иммигрантом или выиграть грин-карту, жить без страховки, пойти на хулиганку. По мне так это лучше, чем никем быть тут. Надеяться на что-то, ждать, пока мой дом взорвут. Выжидать время рождения ребенка, все очень просто. Я не хочу раба в пеленках. Чуток вдогонку, я знаю способ жить репеваючи тут, без лишних вопросов, без лишних движений. Многие сейчас улыбнутся, мы можем многое, пока сердца бьются. МММ 2011, мы можем многое, давай вместе менять мир. МММ 2011, мы можем многое, давай вместе менять мир. МММ 2011, мы можем многое, давай вместе менять мир. МММ 2011, мы можем многое, давай вместе менять мир. МММ, 2011,